Аллилуйя. Давайте вместе прославим Господа нашего. Иисус, Сын Божий. В наших сердцах мы преклоняемся пред Тобою, смиряемся, Господь. Ты единственный Господь наш, и Ты единственный наш Спаситель. И в это воскресное утро мы собрались, чтобы преклоняться пред Тобою. В Ереване, в Армении, во всем мире, мы все вместе, всеми верующими, мы все пришли к Тебе. Прими наше преклонение, прими наше... И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам жизнь, чтобы нам жить. И Ты обещал быть в нас. Где бы мы ни были, во имя Твое. Именно по этой причине мы сегодня провозглашаем, что мы собрались сегодня здесь именем Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа, единственный Господь, единственный Спаситель. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Давайте все вместе поаплодируем Господу нашему. Слава Господу. Господь благ. Он добр и милость Его вечна. Благодарю вас, что вы сегодня сделали это дело сегодняшним утром. Давайте прославим Господа нашего нашими рукоплесканиями, аплодисментами. Аминь. Я прошу, прежде чем сесть, повернись к ближнему своему и скажи ему, как ты свеж сегодня. Скажи ему, как ты свеж сегодня. Прошу сесть на свои места. И, конечно, для меня великая радость быть в Ереване, в самом дружелюбном городе мира. Аминь. И, конечно же, встретиться с вами и быть в этом удивительном храме Божьем и вместе с вами преклоняться пред Господом и делиться с вами Словом Божьим. Я так благодарен. Знаете, за эти взаимоотношения, которые мы имеем с вами, с Церковью Слова Жизни в Ереване. И мои отношения, дружеские отношения, которые я имею с пастором Артуром. Знаете, в Москве он такой герой. И я верю, что вы имеете в этом мире самого лучшего пастора. Аминь. Я верю в это. Вы имеете самого лучшего пастора в этом мире. И мы очень рады бываем, что он каждый раз приезжает к нам в Москву. На прошлой неделе мы были вместе в Швеции. И всегда он подбодряет. Вместе с пастором Артуром мы проводим время удивительное. Поэтому я благодарю вас всех, Лусине, и всех остальных лидеров, что мы сегодня можем быть вместе. И мы можем сохранить и развить нашу дружбу, наши отношения. Кто из вас был когда-либо в церкви Слова Жизни в Москве? Если не был ты еще, если когда-либо будешь в Москве, если вы не придете, мы всегда будем там и приглашаем вас к нам. Если будешь в Москве, обязательно приходите в нашу церковь. И я хочу поблагодарить Лусине, Баграта и всех остальных за то, что вы приняли дочь мою и меня так дружелюбно и так со всей душой и сердцем. Я здесь вместе с Марией, моей дочерью. Мария, ты где? Мария здесь. Вот она. Ага, есть.
Встань, пожалуйста, Мария. Она самая красивая девочка в Москве. И здесь, в Ереване, она провела удивительное время. Она долгое время желала приехать в Ереван, и сейчас она здесь. Аминь. Давайте вернемся к Слову Божьему. Сегодня утром давайте вернемся к книге Иисуса Навина, в первой главе. Маграт уже дал прелюдию к моей проповеди, когда говорил о слове пожертвования. Я хочу поговорить с вами о вере. Скажи «вера». Это книга веры, книга о вере. Здесь говорится о том, что праведный верой уже будет, праведный. Знаете, праведный не похож на других людей. Праведный не живет тем, что видит. Он живет той верою, которую имеет в Бога. Верою в заветы Божьи. Вера может быть невидимой, и он живет, праведный живет. В Библии есть много уроков, которые, например, к Евреям 11 главе говорится о героях веры, и каждый из них дает свой личный урок. Говорится об Авеле. Верою Авель пожертвовал Господу. И что мы можем дать верою Господу? Говорится об Аврааме. Там говорится о том, что верою Авраам повиновался Господу, и Господь ему заповедал перейти в другую землю, и это помогает нам доверять Господу, довериться Господу. И когда Господь ведет нас в места, о которых мы не знаем, Моисей верою не испугался, не побоялся гнева фараонова. Аминь. Его жизнь учит нас урокам веры. Страх никогда не может привести к ужасу народ Божий, когда мы доверяем Господу. Господь защитит свой народ. Но сегодня мы посмотрим на Иисуса Навина, на его жизнь. И его жизнь говорит о том, что вера также зависит от смелости. Скажи «смелость», «отважность». Иисус Навин, первая глава. Здесь говорится о новом времени в жизни Израиля. В жизни людей были большие изменения, потому что Моисей вначале ввел их во все время, и вдруг он не оказался рядом с ними. Вот он пошел к Господу. И, может быть, ситуация была непонятной, и жизнь именно бывает такой, когда бывают изменения, и ты привык к одному, и вдруг что-то происходит изменение. Может быть, у тебя была работа, и вдруг потерял ты ее. Может быть, ты был в какой-то другой стране, в другом городе, и ты переехал в Ереван, и все тут новое, жизнь такой и бывает. Библия говорит об Илии, о пророке Илии. И знаете, Господь ведет его к ручейку, там была вода, и птицы кормили его.
знаете, вода испарялась, и все менялось. Но Господь говорил Илии: оставайся, потому что все изменилось. Но я все равно буду заботиться о тебе. Сейчас иди в Сарепту, и там будет одна вдова, которой я повелевал служить тебе. Знаете, мы читаем об Иерусалиме. Все 12 апостолов были там. Они вели церковь, предводительствовали. И потом в Деянии апостолов написано, что все 12 апостолов ушли, и мы говорим: где же Андреас, где Иоанн, где Петр, где Петр? Где эти изменения? Но Господь всегда заботится о своем народе. И именно в этой главе Иисуса Навина, в первой главе, именно такая история. Знаете, Иисус Навин мог подумать вот так: это не хороший день. Что же будем делать без Моисея? Моисей не здесь больше. Но потом, именно в это время, пришел Господь и стал говорить с Иисусом Навином. И этим утром именно это мое послание вам. Иисус, первая глава. В этой главе Господь говорит две вещи Иисусу Навину. И Господь повторяет и повторяет это вновь и вновь. Он продолжает повторять одно и то же. И говорит он Иисусу Навину: именно в этой ситуации я хочу сказать тебе две вещи. Первое, что я хочу сказать: я с тобою. Скажи: я с тобою. В этой новой ситуации я с тобой. И второе, что хотел сказать Господь: будь смел, будь отважен. Эти две вещи вместе, вкупе, они связаны друг с другом. Они означают одно и то же, что я с тобой, и поэтому будь отважен. И именно это слово было, которое Господь дал мне проповедовать в это воскресенье. Потому что и мы во времена некоторых изменений, знаете, может быть, вы думаете, что же будет после этого, куда будет вести нас Господь? И далее, всем сердцем своим я верю, что это слово от Бога вам, что Господь говорит сейчас вам, что я с вами. Поэтому будьте отважны, будьте смелы. Аминь. Давайте громко поаплодируем Господу. Потому что в первой главе Иисуса Навина удивительным является то, что Господь эту вещь продолжает говорить вновь и вновь. И Он желает, чтобы слово Его дошло до народа Его. И давайте вначале поговорим о первом выражении, о том, что Господь говорит, что Он с тобою. А потом поговорим о смелости. Посмотрите, глава 1, 5 стих. Господь говорит Иисусу Навину: никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. 9 стих. Ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. И потом в той же главе снова Господь слышит те же слова: Господь с тобою. Почему это так важно? Почему Господь продолжает говорить о том, что я с тобою, я с тобою? Может быть, ты скажешь: ведь это очевидно, почему Господь повторяет одно и то же? Послушай меня. Я делю свое сердце с тобою.
потому что это истина. Это истина. Может быть очень важной вещью для нас. Но когда ты слышишь голос Божий, который говорит лично с тобой, именно сейчас, прямо сейчас, Баграт, я с тобой. Что-то меняется в это время. Это и есть является, это и есть корнем смелости, уверенности. Это является причиной, что есть надежда на будущее. Когда ты слышишь глаз Божий, Мацула, не беспокойся, я с тобою. Именно в это время победа становится реальностью. Когда Павел пишет римлянам, у них было очень трудное время, но он пишет удивительные слова. Скажи римляне, если Господь с нами, кто против нас? Если Господь с нами, кто может быть против нас? И эти слова могут привести к такой убежденности, к такой уверенности, к той жизни, в которой мы живем. И это именно то, в чем нуждался Иисус Навин, как личное слово для Него. Знаете, Библия может говорить так, и мы очень часто можем медлить. И знаете, внутри себя он имел эту борьбу, потому что он всегда был с Моисеем. Знаете, я Иисус Навин, а ты играй Моисея. И, конечно же, Господь был с Моисеем. Аминь. Господь был с Моисеем. Конечно же, не было подобного Моисея. Никто не был похож на Моисея. Тот, кто вышел против фараона, который смог... Моисей, который поднял жезл свой и разделил Красное море. Господь был с Моисеем. Даже тогда, когда Моисей умер, и не поднялся такой пророк в Израиле, как Моисей, который говорил лично с Богом, лицо к лицу, как человек с человеком. Господь был с ним. А ты скажешь, как же мой вопрос? Я же не Моисей. Я никогда не делил Красное море. Есть кто-либо из вас, кто когда-либо разделял Красное море? Я не думаю. Именно по этой причине была необходимость явиться Моисею. Ты не Моисей, конечно же, но я скажу тебе. Именно по причине этого он не говорит, что я с тобою. Он говорит, как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Прямо сейчас, сегодня, на этом перекрестке, этой весной, в 2014 году, я говорю тебе, Иисус Навин, я с тобою. Знаешь, так же, как я был с Моисеем, я с тобою сейчас. И это слово, знаешь, изменило сердце этого человека. Знаешь, мы можем иметь миллион причин, тысячу причин думать о том, почему Господь не с нами. Конечно, ты скажешь, Господь с Багратом, и нет похожего на Баграта. Аминь. В таком случае, как же я? Я не такой умный, я не служащий, не служитель, но ты послушай эти слова.
так же, как и с Моисеем. Так же, как и с Моисеем. Я буду с тобою там же. Аминь. Так же, как и с Моисеем, я буду с тобою. И эти слова освободили, освободили Иисуса от Навина. И я могу верить в это. И он поверил в это, хотя Моисея не было рядом. И Господь подобным образом сейчас со мной. И вот поэтому Господь говорит ему об этом вновь и вновь. И вы знаете, мне нравится вот эта решающая, судьбоносная точка изменения, когда Господь говорит эти же слова им, так же, как и Гедеон. И в один из дней все изменилось. Ангел Господень стал перед обычным израильтянином и сказал ему: «Господь с тобою». Вы знаете, сильный человек, и он говорит: «Нет, нет, нет, Господь не со мною, он был с Моисеем». Но ангел Господень не сдался, и он сказал: Он не сказал: Господь не с тобой, потому что ты несовершенно. Не потому что ты никогда не грешил, но он с тобой, потому что Иисус умер за грехи твои. Он взял грехи на себя. И ты... И ты примирился с Господом. Господь смотрит на тебя и говорит: ты сын мой, и я буду с тобою. Аминь. И я хочу, чтобы все люди сказали, народ Божий сказал. И вы знаете, Гедеон получил мир. Я не Моисей. Господь и мне сказал эти слова. Он тот же. И когда пророку Агею Господь говорит, и в один из прекрасных дней все меняется, когда прочитаем пророчество Агея, и он получил пророчество слово для Израиля, очень короткое. Идите и стройте храм, потому что так говорит Господь: я с вами. И в этот день все изменилось. И они почувствовали: если Господь с нами, то мы сделаем это. Если Господь с нами, мы не испугаемся. Ты можешь посмотреть за плечо свое и увидеть, что Господь стоит за тобою. И вдруг приходит уверенность. Да, если Господь со мною, именно в это время мы это сделаем. God really, really wanted Joshua to understand. То, что на самом деле Господь хотел, чтобы Иисус Навин понял. Я сказал, что сегодня поделюсь сердце свое с тобой. Я был в подобных местах, когда я чувствовал себя таким маленьким, таким беспомощным. Но я чувствовал, как Господь говорит со мной и говорит: «Мацула, я с тобою». И если Господь со мной, кто может противиться мне? Если Господь со мной, кто может остановить Его дело? Знаете, Господь откроет путь. Он поможет нам сегодня. И сегодня также. И именно эта причина. Вот почему
Я верю, что у меня есть пророческое послание для вас сегодня, что Господь говорит о том, что в этой церкви, чтобы эта церковь не боялась, никто, чтобы не боялся, потому что я с вами именно сегодня, этой весной. Знаете, вы начали удивительное дело, и Господь поведет вас вперед. И после того, как Господь сказал эти слова Иисусу Навину, Господь говорит и о втором своем послании. Четыре раза Господь в той же главе Он говорит Иисусу: поэтому будь смел, отважен. Посмотри шестой стих. Будь тверд и мужествен. Седьмой стих. Только будь тверд и очень мужествен. Девятый стих. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен. И то же самое он повторяет в той же главе, в самом конце. Иисус Навин слышит. Только будь тверд и мужествен. Почему Господь говорит это? Потому что смелость, мужество представляет собой веру в деле. Послушай меня, смелость, отважность от Бога, и в Боге есть много чего. И одна из вещей, которая есть в Господе, это мужество. Потому что в этом мире мы можем иметь плотское мужество. Люди, которые доверяют своим собственным силам. И знаешь, речь идет о гордых людях, и они делают разные вещи в своей жизни. Но Божье мужество не такое. Божье мужество всегда начинается с того, что говорит Господь мне. Потому что Господь говорит Иисусу Навину: «Я отдаю эту землю вам, эту территорию, и это то, что я хочу, чтобы вы сделали». И в пределах сказанного «Я», потому что «Я вас позвал и отправил вас, потому что вы нуждаетесь в том, чтобы быть мужественными». Знаете, не нужно было иметь такой смелости и отважности, чтобы напасть на Египет, на Скандинавию, но именно в пределах тех границ, в которых Господь говорил с ним: «Да, именно здесь я могу быть мужественным, потому что это то, что ты сказал мне». Аминь. В чем же нуждался Иисус Навин? Что нужно было ему слышать? Потому что в истории Израиля времена эти были еще впереди, но они нуждались быть мужественными. Знаете, мужество — это отношение. Это отношение к будущему. Это уверенность в то, что Господь откроет путь. Знаете, что мужество — это способность действовать. Когда Господь открывает дверь, когда Господь говорит, как и Петр, вместе с друзьями пошел на рыбалку, и вдруг они увидели человека, который стоял у моря, и, может быть, и он видел лучше, чем Петр. И он сказал: «Это Господь». И Петр сказал: «Если это Господь». Он не проверил воду, когда увидел, что это Иисус.
Он просто побежал к нему. Господь был там. И у него есть нечто для меня, слово для меня. When God is speaking, when He opens, это и есть мужество, когда Господь говорит, когда Господь открывает, и когда твое сердце начинает зажигаться, когда внутри тебя начинает что-то зажигаться, когда поднимается желание, Господь желает взять тебя и вести тебя, чтобы ты сделал шаг и был просто сделать шаг и войти в воду. И это именно то, в чем нуждался Иисус Навин. Потому что, посмотри, второе слово. Господь говорит Иисусу: «Моисей, раб мой, умер». Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Знаете, там была страна, была земля, которую Господь дал им. И по ту сторону Иордана они видели эту землю, эту страну. Именно так Господь показывает тебе вещи, которые ожидаю тебя. Господь разжигает сердца наши. И когда мы начинаем думать о чем-то, я чувствую, как мое сердце начинает стучать, и я чувствую радость в ногах своих, внутри себя, и я начинаю думать об этом, потому что есть земля, есть вещи, которые Господь желает дать нам. Знаете, мы именно такие существа, люди, которые, прежде чем получить, прежде чем иметь, хотим видеть, прежде чем что-то становится реальностью, действительностью, мы должны мечтать об этом. Но, знаете, между Иисусом Навином и этой землей была река Иордан. И эта река была очень устрашающей. Потому что, когда читаешь в этой книге следующие главы, ты читаешь, что Иордан был наполнен водой, и что эти воды могли, в них могли люди потонуть. Поэтому можно сказать, что было препятствие. И Иисус Навин был здесь, земля была там. Именно это была причина. Причина явилась именно то, что Господь сказал Иисусу Навину, что ты нуждаешься в мужестве, нуждаешься в том, чтобы сделать шаг и войти в воду прямо сейчас. И далее ты увидишь, что я сделаю для тебя. Без смелости. Мы никогда не дойдем до конечного пункта. Знаете, вы есть уроки, в которых вы нуждаетесь, и извлечете их именно в этой книге. Поэтому будьте важны, будьте мужественны, не бойтесь. Знаешь, что есть в твоем сердце? Что-то, что дает тебе радость. Что-то, о чем ты можешь думать, что вдохновляет тебя, воодушевляет. Что же поставил Господь внутри тебя? Может быть, Господь говорит, ты нуждаешься в том, чтобы пойти в библейскую школу? Может быть, поменять место работы? Может быть, войти в добровольное войти в служение какое-то, или же войти в миссионерское поле, в миссионерскую сферу. Ты, может быть, нуждаешься в том, чтобы признаться какой-нибудь девушке, ведь весна на улице. Аминь. И ты думаешь об этом, да. Но появляется река Иордан в качестве препятствия или какое-либо другое препятствие, и это может быть мыслью, что я не смогу это сделать, что я не смогу быть лидером. И знаете, много, исходя из разных обстоятельств, это может быть человек, кто-то, кто пугает тебя, то есть река перед тобой.
Может быть, ты думаешь, да, конечно, Господь не может взять меня, обнять меня и отвести на ту сторону. Ты должен сам сделать шаг и предложение этой девушке. Ты должен сам взять анкету в фойе, заполнить и сдать ее. Ты сам должен сказать, попрощаться с работой и пойти в миссионерскую сферу. Господь, обняв тебя, не приведет тебя через Иордан, потому что праведный верою жив будет. Аминь. Он будет доверять Господу. И знаете, и сделай его, по делам его, будет видна вера, что я доверяю Богу, и именно Он меня отведет по ту сторону реки. Знаете, в Библии столько историй о таких людях, как и Иеремия. Он был призван быть пророком, но он говорит: «Я очень молод для того, чтобы быть пророком. Я еще не созрел. Я очень молод». Но в один из них это наскучило Господу, и он сказал: «Никогда больше не говори, что я очень молод». И я говорю вам: никогда не говорите о том, что я слишком молод, либо слишком стар, либо слишком беден. Либо слишком женщина. Никогда не говори об этом. Слушай, что Господь тебе говорит. Я с тобой. Будь мужествен. Будь мужествен, Иеремия. Аминь. Сделай шаг и войди в Иордан. Не позволяй, чтобы река, чтобы эта мысль мешало тебе делать то, к чему призвал тебя Господь. Знаете, когда я вернулся домой из библейской школы, в ту церковь, где я был главным пастором, он был сухим человеком, и был человек, который не хотел идти учиться в библейской школе, потому что вместе с этим я еще и мэр города, я бизнесмен. Но это была лишь мысль. И потом Ульф пришел и сказал: «Глупо, ты должен пойти в библейскую школу». Да, и он сказал: «Да, конечно, я должен пойти в библейскую школу». И он пошел. И после этого стал сильным служителем, мощным служителем Бога. Поэтому сатана может ставить разные реки пред тобою. Но прямо сейчас, май 2014 года, у меня есть слово к тебе. Так говорит Господь тебе: я с тобой. Будь мужествен. Не позволяй, чтобы Иордан удерживал вас. Я верю всем сердцем своим, что все лучшие дни впереди нас. Я верю, что мы сейчас на перекрестке. Аминь. И давайте громко поаплодируем Господу нашему. Да, я верю. Мы на перекрестке. И когда Господь говорит: «Я с тобою», прямо сейчас, этой весной, Господь говорит: «Я с тобою». Удивительным образом. Мой народ, у тебя есть народ, у тебя есть нужда быть мужественным. 2 недели назад я был по ту сторону земли, место, которое называется Фиджи. Вы слышали о Фиджи? Это совокупность разных островков в океане. Острова Фиджи. И кажется, что на карте это маленькая точка, но там живут 800 тысяч людей.
ровно столько, сколько живет в одной из областей Москвы. И знаете, в этой церкви, пастор этой церкви, его зовут Суляс, он был пару раз у нас в церкви в Москве, и он поделился со мной одной историей. Он сказал, будучи молодым парнем, тогда его сердце загорелось, и он желал быть именно в этой церкви в Фиджи. Но пред ним был Иордан. Именно эта мысль была, что Фиджи, такой маленький островок, находящийся в океане, где проживают 800 тысяч людей. И нужно преодолеть множество препятствий, чтобы добраться до этих островов. И тогда ты говоришь, да, действительно, страна очень маленькая, но для этого давайте останемся по эту сторону, либо выбрать и сказать, меня не интересует, страна слишком маленькая, церковь маленькая. Я верю в то, что это слово от Бога. Я верю в то, что Он говорит мне, я с тобой, будь мужествен, начни отправлять миссионеров, не бойся, и ты увидишь, что я могу сделать там. И это было именно тем, что они сделали. И сейчас, когда я был там и проповедовал в миссионерской конференции, миссионеры приехали из четырех сторон мира и свидетельствовали. И только миссионеры, которые приехали из Африки, говорили о том, что только в Африке что эта церковь начала создавать 3300 церквей. Давайте поаплодируем Господу. Одна церковь Фиджи, которая находится в Тихом океане, открыла, создала 3300 церквей. И кто-то в этой церкви осмелился быть мужественным. Кто-то осмелился довериться Слову Божьему. И знаете, в нашей жизни бывают разные ситуации. В наших церквах бывают разные времена. Давайте посмотрим вместе с вами. Екклесиаст, 11 глава. Здесь есть слово, которому мне, как пастору, очень помогло. Потому что, конечно же, бывают разные времена. Бывают времена, когда ты должен ждать. Бывают времена, когда Господь ведет нас по другому пути, в одном направлении, потом в другом направлении. И есть слово, которое является моим словом. И вы не представляете, сколько раз я читал это слово. Это Екклесиаст 11 глава, 4 стих. «Кто наблюдает ветер, тому не сеет». И кто смотрит на облака, тому не жать. Что это означает? Знаете, это предупреждение тебе и мне. Это предупреждение народу Божьему. Здесь говорится о человеке, который должен сеять, а потом должен собрать жатву. И поэтому он нуждается в хорошей погоде. Да, не должен быть дождь, не должен быть ветер. И по этой причине... И что же должен сделать фермер? И он ждет. Проверяет ветер. Нет, сегодня нехороший. Ждет, проверяет, снова проверяет. И он постоянно ждет и ждет совершенных обстоятельств, которые никогда не приходят. Иногда, друг мой,
Знаете, обстоятельства бывают не такими, какие вы ожидаете, но ты нуждаешься идти вперед независимо, несмотря ни на что. Я знаю людей, которые оканчивают школу и говорят о том, что пойду в библейскую школу, но не в этом году. Я немного отдохну, может быть, в следующем году. А потом говорят о том, что вот мне нужно в университет поступить, потом оканчивают университет и снова говорят, нет, не сейчас. Вот мне понравилась девушка, потому что я не пойду учиться в школу библейскую, потому что мне надо жениться, потом дети рождаются, а потом проходит жизнь. И эта жизнь приключенческая никогда не начинается по этой причине. И вот фермер ждет. Господь ему говорит: иди и сей. Будь мужествен, и ты увидишь. И ты увидишь, что Господь сделает. Знаешь, я жил много лет вне загородом, в деревне. Каждое лето мы собирали плоды, но для этого нам нужна была хорошая погода. Если идет дождь, то это не так хорошо. Но, слава Богу, мой отец, он был хорошим предводителем. Он всегда садился и слушал прогноз погоды. Ну, вы знаете, часто прогноз погоды всегда был неблагоприятный. И ты никогда не можешь предопределить. Но каждое лето приходит день, когда мой отец вставал и говорил: сегодня мы будем косить траву. И не важно, что говорит прогноз погоды. Скажи рядом сидящему: сегодня мы будем косить траву. Потому что мой отец знал, потому что мать знал, что самую страшную ошибку, которую он мог допустить, это сесть и ничего не делать. Потому что если бы он долго ждал, трава могла бы испортиться. И он потерял бы, трава потеряла бы свою питательную способность. Это также слово для народа Божьего. Не будь как этот фермер. Он всю свою жизнь стоял и никогда не начинал. Аминь. И вот почему. И вот когда мы возвращаемся к истории жизни Иисуса Навина, мы видим, как Господь ему снова и снова говорит о том, что ты должен быть мужественным. Мужественным. Четыре раза в одной и той же главе. Он говорит ему об этом, потому что мужество, оно важно, в особенности в подобных перекрестках. И я верю, что ваша церковь стоит на границе этого прорыва, на грани прорыва. И я верю, что Господь готовит и хочет спустить свой дух на вас и открыть перед вами двери. И для этого мы должны, для того, чтобы добиться этого, от нас требуется быть смелыми, отважными. Знаете, мы можем потерять это мужество. Я пастор, и я могу вам сказать об этом, потому что иногда я говорю с людьми, и я помню, как они, будучи уставшими, и как они долго молились в своей жизни. И сейчас смотришь, опять молятся. Но ты замечаешь, что они не такие, как раньше. Нет огня.
Нет ожидания. Я встречал подобных людей. И я помню, как они говорили о церкви. Да, моя церковь, самая лучшая церковь в мире. И вдруг, спустя годы, видишь, смотришь на них, но они уже не такие, как прежде. И я из своей собственной жизни могу вам сказать, нет нужды поднимать руку, я просто говорю о себе. Но я вам могу сказать о том, как я поступаю. Каждый раз, как заканчивалось лето, в августе я возвращаюсь в Москву, и я чувствую, что я должен снова победить, взять мужество, что начинается Новый год. Как же, Мацула, как ты смотришь на будущее? Как ты молишься? Как ты думаешь о церкви? И я нуждаюсь в месте, где я могу молиться Богу, где я могу открыть сердце свое и сказать Ему. И говорит так, как говорится в 4 главе Деяния апостолов, когда в Иерусалиме дай сынам твоим проповедовать Слово Божие с мужеством и отважностью. Господь, помоги мне, чтобы я не потерял это мужество в жизни своей, чтобы я никогда не упустил ту возможность, которую ты дал мне. И самое восхитительное то, что Господь всегда дает нам это. Он всегда исправляет, когда мы теряем надежду и уверенность в будущее. У Него есть для нас новая жизнь. Если ты веришь в это, аплодируй Господу. Я хочу быть похожим на Давида. Я не говорю, я Давид, но я хочу быть похожим на него. И когда Голиаф стоял пред израильским народом и их пугал, именно в этот момент приходит Давид и говорит: «Пусть никто не боится, потому что мы свергнем Голиафа». И сердце каждого израильтянина поднималось, потому что Господь хочет, чтобы ты был именно таким человеком. Когда ты входишь в свою домашнюю церковь, когда ты вступаешь в церковь, ты поднимаешь того, кто рядом с тобою, тех, кто общается с тобою. Господь говорит Иисусу: «Я с тобою, будь мужествен». Ты можешь быть мужественным. В церкви, где есть 3 члена, ты можешь быть мужественным там, в церкви, где есть 3000 членов, потому что мужество связано с сердцем твоим. Потому что, когда они вступили в землю, там были великаны, там были войны, и не всегда все удается. И вы знаете, жизнь какова. В жизни бывают страдания, в жизни бывают разочарования. В жизни ты сталкиваешься с испытаниями. Так же было и с израильским народом. Но Иисус был лидером, и Он нуждался иметь львиное сердце. Он всегда нуждался в том, чтобы говорить людям: «Господь с нами, есть иной город, есть иные места, давайте пойдем туда, давайте пойдем вместе туда». И шаг за шагом они взяли эту землю. Это было самое лучшее время в истории Израиля. Это были нелегкие времена. Но в первой главе Иисуса Навина началось что-то новое. И это началось именно с тех слов, которые Господь сказал одному человеку: «Я с тобою, будь мужествен и тверд». Знаете, в свой день рождения получил очень много подарков. Но в этом году
самым лучшим подарком, да, это было со стороны одного из братьев моих. Он дал мне документальный фильм, сборник документальных фильмов BBC. Название этот фильм назывался «Семь продовольственных чудес в мире». И вот и это были проекты удивительных продовольственных чудес. Первая железная дорога. И все эти чудеса, индустриальные чудеса, казались невозможными. И что меня на самом деле вдохновило? Это то, что... Скажи каждый раз. Каждый раз было именно так. Был человек, который говорил, мы можем это сделать. И были миллионы, были тысячи людей, которые говорили, нет, нет, не можем. И знаете, та же история, каждый раз повторяется. Один человек говорит, мы можем создать эту железную дорогу, а другие говорят, нет, не можем. Мы можем создать этот канал. И каждый говорил, нет. И знаете, что интересно? Что те, которые говорили, что можем создать, были христианами, потому что было что-то связанное с Богом. Я говорю, было что-то связанное с Богом. То, что превращает тебя в человека, который верит в невозможное. И то, что связано с мужеством, которое исходит от Бога. И я хочу быть подобным человеком. Аминь. И Господь хочет тебя превратить в такого, чтобы тебя помнили. Человека, который говорил, с помощью Бога мы это сделаем. Если Господь с нами, кто против нас? Что церковь победит, и мы увидим землю. И то, что Господь говорил, это осуществится в жизни нашей сегодня. 25 мая 2014 года. И я верю, что я сегодня здесь для того, чтобы дать вам слово для этого года, для конца весны этого года, для этого месяца. Так говорит Господь, не бойся, я с тобой. Будь тверд и мужествен. Аминь. Давайте поаплодируем Господу. Давайте поаплодируем громко. Давайте встанем на ноги, каждый из нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за утро, воскресное утро. Мы благодарим Тебя и стоим пред Тобою. Мы знаем, что Ты здесь. Святым Духом Своим. Господь, подними нас. Исцели нас. Утешь нас. Дай жизнь. Мы благодарим за уроки веры в Библии. Знаешь, Авель учил нас веру давать, веру жертвовать. Авраам учил нас поступать по вере. Моисей учил нас не бояться веры. И Иисус Навин учил нас верою быть твердым и мужественным. Пусть так и будет. Именем Иисуса Христа. Аминь.
Когда я сегодня поделился с вами тем, чем я поделился, я верю, что это слово как плоть. Но также это пророческое слово, особое слово для каждого из вас, связанное с личной какой-то ситуацией. И позволь мне спросить тебя, что же доставляет радость сердцу твоему? Что же приносит радость? Что? То, что Господь вложил в тебя. Но иногда стоит Иордан пред тобою, и это нужно пройти верою. Знаешь, когда я окончил библейскую школу, я из церкви в Норвегии, которая была очень известной. Это был центр харизматического пробуждения. И у церкви были много конференций. Люди приходили не только из Норвегии, приезжали, но и из разных стран. Пастор был очень известной личностью. И знаете, за несколько дней до того, как окончить библейскую школу, наш пастор завершил свое служение, и это было как вчера, когда собрался совет в церкви, меня вызвали и сказали: в нашей церкви нет пастыря. Единственное, кого мы можем предложить, это тебя, Мацула, потому что ты был в библейской школе. И дальше один из членов предложил и сказал, что ты будешь главным предводителем, ты будешь пастырем этой церкви. Я никогда еще не проповедовал до того. И никто из вас не может понять, каким маленьким я себя чувствовал. Но в то же время я знал, что если это час Господень, если это времена Господни, мы должны это взять. Я должен это взять. Если Господь говорит, то я смогу, то я обязательно смогу. Если Господь говорит «иди», то я пойду. Если Господь говорит «отрежь Иордан», «пройди Иордан», то я пройду обязательно. Господь сказал Иисусу Навину: «Есть что-то, что мешает тебе, но ты нуждаешься в смелости, в отважности. Но я с тобою так же, как и с Моисеем. И я буду с тобою». Итак, сегодня я хочу помолиться за тебя. Есть люди для вас. Люди, перед которыми Господь поставил вызов, поставь руку на сердце и скажи вместе с нами: «Господь Небесный, Отец Небесный, я благодарю за то, что кровью Иисуса Христа я сын твой. Я благодарю тебя за мышцу твою в жизни моей. Господь, помоги мне. В те дни, когда ты призвал меня быть мужественным, если ты со мною, кто может стать против меня? Я благодарю тебя, Господь, за жизнь Святого Духа, за предводительство и за радость. And for courage. И за мужественность. And the Holy Spirit. Мужество. Святым Духом. In Jesus' name. Именем Иисуса Христа. Amen. Amen. Аминь. Amen. Аминь.
Отец, именем Иисуса Христа, мы благословляем эту церковь. Мы благословляем работу Господа в этой стране, в этом городе и в миссионерских сферах. Я благодарю Господь за пастыря Артура, за Люсине, за всех пастырей, за всех лидеров, за каждого члена церкви, за молодежь и за детей. Благодарю, Господь, за мышцу Твою, что на церкви стоишь. И мы провозглашаем благословения Твои. Мы провозглашаем жизнь Твою. Мы провозглашаем Твою добрую руку, добрую мышцу на делах всех. И мы благодарим, что Ты крепкую мышцу Своей, что Ты будешь вести эту церковь. И благодарим за все другие церкви Своей жизни, за будущее, за то, что и мы даем Тебе всю славу за все, что имеем. И все для Тебя, через Тебя и в Тебе. Именем Иисуса Христа. Аминь. Будет, да будет благословенно имя Божие. Слава Господу. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Господь благ. И Его милость бесконечна, вечна. Аллилуйя. И прежде чем попросить закрыть сегодняшнее служение, вчера я был в центре фитнеса, и я пригласил одного человека на служение. Он был похож на других людей. Мы сидели, общались, и он сказал: я знаю, я нуждаюсь в Боге, в том, чтобы познать Его. Именно для этого мы созданы. Для того, чтобы познать Его, любить Его, говорить с Ним, слышать глас Божий, быть ближе к Господу. И если ты здесь, человек, который впервые в церкви, и хочешь познать Господа, и хочешь примириться с Ним, и сказать, прийти к Господу и сказать: Господь, прости все грехи мои, я хочу с сердца Своего отдать Тебе, то я прошу Тебя, приди сюда, и мы помолимся за Тебя. И в конце я хочу позвать Тебя сюда. Кто в первый раз сегодня в церкви, пожалуйста, выйдите, чтобы мы помолили за вас. Да, если ты здесь, скажи: да, я хочу познать Господа. Знаешь, ты в первый раз здесь. Я хочу пригласить Тебя. Давайте громко поаплодируем всем, первый раз в церкви, где бы ты ни был, на балконе или внизу. Если ты хочешь сказать «да» Господу, просто прими Господа для того, чтобы Он был твоим Господом и Спасителем. Вчера я был на служении. We have so many different people. Кроме того, она пела в поп-группе. И как молодая девушка, она имела все, но не имела мира в сердце своем. Потому что без Бога
жизнь пуста. І не имеет значения, что ты имеешь. Иисус сказал, приди ко мне, и я возьму это бремя на себя, и ты познаешь Господа. И примиритесь с Господом. Жизнь начинается именно после этого. Давайте помолимся вместе. Я попрошу пастора Баграта, чтобы он предводительствовал. И чтобы церковь присоединилась к нам. Если ты живешь в Ереване, я верю, что это самая лучшая церковь во всем мире. Возможно, во всем мире. И мы будем очень рады всегда видеть вас здесь. Я скажу, а вы повторите со мной. Повторите, пожалуйста, вместе с нами. Скажите, Господь, я стою пред Тобою. Я прошу, Иисус, прости.